Унитарное предприятие «Гефест Техника» – третья точка проекта «Здоровое сердце. Залог успеха», который успешно реализуется в Бресте и Брестском районе в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Основная цель – привлечь внимание этих людей, что они должны заниматься дальше своим здоровьем, проходить регулярное обследование, измерять тоже артериальное давление. Но и из них, кому будет необходимо, они будут направлены на обследование в кардиологический диспансер. Для рабочих и служащих такое комплексное обследование – хорошая возможность, практически не покидая рабочего места, получить консультации кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, бесплатно сделать электрокардиограмму, измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти лабораторные исследования по измерению уровня сахара в крови и холестерина, а также сделать ультразвуковое исследование сердца. Очень удобно по времени. И экономит свое время. И все врачи здесь, рядышком. Не надо бегать нигде. Но мне проще, чем в поликлинике. Конечно же, всегда посещаем подобные мероприятия. Особенно вот заботимся о своем сердце, потому что это главный орган в нашем организме. И без нормального функционирования сердца, я думаю, любой человек понимает, что нету нормальной полноценной жизни. По информации медиков, каждый шестой житель города над Бугом уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Причины разные – старение населения, употребление спиртного и курение, малоподвижный образ жизни и избыточная масса тела. Медики бьют тревогу. Сегодня каждый четвертый брещанин в зоне риска. Они должны приучать себя, измерять давление в обязательном порядке, периодически делать кардиограммочку, следить за своим липидным спектром, следить за своим гликированным гемоглобином и сахаром крови, потому что сахарный диабет и болезни сердца очень сильно взаимосвязаны. Профилактический проект «Здоровое сердце. Залог успеха» – это часть государственной поддержки населения. Акции уже прошли на предприятии «Санта-Бремер» и ВСПК «Остромичево». До конца года раз в месяц аналогичные обследования проведут на разных предприятиях и организациях Бреста и Брестского района. Но сохранить свое сердце для полноценной жизни – задача только его обладателя.